إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دراجي مسلماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته По остановке вы сами заметили, наверное, эта лекция, как в прошлых годах, будет идти в течение Рамадан месяца. Именно вот эта первая лекция, как приготовиться к Рамадану. Скоро, иншаллах, Рамадан, месяц, который Аллах Субханаху ва Тааля обязал нам, чтобы мы постились этот месяц, чтобы держали уразу. Этот месяц мусульмане готовятся к Рамадану, но не то русло идет. Многие готовятся к Рамадану, покупая еду, думая, что именно Рамадан месяце надо хорошо готовить, хорошо кушать. Нет. Именно к Рамадану надо готовиться к поклонению. Это самое главное для Рамадана, что мы приготовились к поклонению. Именно сейчас, Шабан месяц, мы должны приготовиться к Рамадану. В первую очередь, что мы должны делать? Покаяться перед Аллахом Субханаху ва Тааля, чтобы чистым от грехов встретить от Рамадан. Аллах в Коране говорит: «Ватубу иля Аллахи джамиан, айюхаль муминун, лааллакум туфлихун». Покайтесь, вернитесь к Аллаху Субханаху ва Тааля. Все, о верующие, говорит Аллах Субханаху ва Тааля, быть может, вы будете преуспевшими. Если покаетесь. В первую очередь, мы, пока Рамадан не начался, должны покаяться. Тауба – это не только для Рамадана. Покаяться мы должны каждый день. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Я айюханнас, о люди, покаетесь и вернитесь к Аллаху Субханаху ва Тааля». Я, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Атубу филиоми илейхи миатамарра». Я, говорит, каждый день каюсь 100 раз, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Наш пророк, который бывшие и будущие грехи, которые Аллах Субхану Тааля простил ему, он даже делает тоба каждый день 100 раз, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, предки готовились к Рамадану и делали дуа, чтобы они достигли Рамадан, потому что очень много благодат в этом месяце. Это месяц, который есть в нем баракат, благодать. Второе, то, что мы должны делать, дуа. Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля нам помог в этом месяце должным образом, чтобы мы поклонялись. Должны мы дуа делать должным образом, чтобы мы поклонялись. Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля дал нам силу. Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля дал нам тауфик. Чтобы мы могли поклоняться должным образом этом месяце. И должны мы радоваться, что мы достигли этот месяц, этом году. Если мы хорошо посмотрим вокруг себя, сколько из нас, наших братьев, которые были в прошлом году с нами, нет в этом году. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля простит этих братьев. Но Аллах Субханаху ва Тааля дал нам еще один шанс, чтобы мы поклонялись, чтобы мы приготовились к Рамадану. Чтобы мы этот Рамадан месяц провели должным образом, держа уразу, читая Коран, делая дуа, делая садака, чтобы в конце Рамадана, чтобы вышли мы без грехов. Если у нас кто-то в прошлом году болел и не мог держать посты, или женщины, которые у них по обычным ситуациям не могли поститься, не постились 7-8 дней, которые у них постоянные, которые получаются у женщин, они должны до следующего Рамадана восстановить их. Кто не восстановил, он обязан их восстановить. И мы должны готовиться к Рамадану и знать, что дозволено нам в Рамадане, когда постимся, что не дозволено, что портит уразу, что не портит уразу. Все эти
Это знание у нас должно быть, чтобы должным образом, без ошибок, чтобы мы постились. Алхамдулиллах, в нашем канале Аль-И'тисам есть много роликов касаемо Рамадана. И есть очень много ответов на вопросы касаемо Рамадана. Все эти вопросы почти, которые человеку могут в голову прийти или у него случиться, почти мы это все вопросы ответили. Чтобы узнать ответы на свои вопросы, вернитесь на наш канал Аль-И'тисам, послушайте повторно эти вопросы, иншаллах, будет вам полезно. И мы должны к Рамадану готовиться, закончив свои мирские дела. До Рамадана все дела закончат, освободиться, чтобы был готовым поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля. Этот месяц Шабан является сунной поститься этого месяца. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллам, почти весь месяц Шабан постился. Когда спросили пророка, саллиллаху алейхи ва саллам, мы видим, что ты постишься много, месяц Шабан, пророк ответил, этот месяц, который годовые деяния, которые поднимает Аллах Субханаху ва Тааля к себе, Аллах поднимает наши деяния. И я хочу, говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллам, что мои деяния поднялись, будучи я постившим. Другой еще мудрость от этого месяца, месяца Шабан, в котором мы сейчас находимся, что посты этого месяца, для чего желательно поститься? Это, говорят ученые, это как будто перед намазом же мы делаем сунна намазы. Также перед Рамаданом, тоже как сунна намазы перед намазом делаем, постимся мы Шабан месяц. Что мы готовы были Рамадан месяц тоже продолжить наш пост, уже привыкнут, который год не постился, сейчас на Шабан месяц, чтобы нормально привык, и Рамадан месяц зайдет с хорошим готовностью, чтобы ночью поклонялся, днем постился, читал Коран, чтобы был готовым для поклонения Аллаха Субханаху ва Тааля. Некоторые салафи даже Шабан месяц уже начинали читать Коран. Вот тот, который у кого есть вирд, что он Коран читает месяц один раз. Если у тебя не закончился, доканчивай этот Коран и заново начни Рамадан месяце, например. Если 20 джуз закончился, продолжай Рамадан месяце, остальные 10 джузов, потом заново начни свой Коран. Минимум, о мусульманин, Рамадан месяц хоть один раз заканчивай Коран. Потому что Рамадан месяц является месяцем Корана. У нас год прошел, о мусульмане. От прошлого месяца до нового Рамадана. Многие упущения делали мы. Чтобы за это упущение должны мы делать таубу, покаяться и приготовиться к Рамадану. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам силу, даст нам тауфик, даст нам время, чтобы мы могли достойно, должным образом поклоняться, чтобы выйти в конце Рамадана, очистившимся от грехов и освободившимся от огня ада. Потому что пророк, саллиллаху алейхи ва саллам, сказал, «Ман кама Рамадан иманан вахтисаба, гуфир лахума тақаддам мин дамби». Кто оживит Рамадан месяц, делая таравих, все, которые прошлые грехи, Аллах Субхану Тааля прощает. И также сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллам, «Ман сама Рамадан иманан вахтисаба, гуфир лахума тақаддам мин дамби». Кто постится Рамадан месяц с иманом и желая вознаграждения от Аллаха Субханаху ва Тааля, все прошлые грехи Аллах Субханаху ва Тааля его простит. И еще сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллам, «Ман кама лайлатул кадр, гуфир лаху ма тақаддама мин дамби». Кто оживит лайлатул кадр, ночь предопределения, все прошлые грехи Аллах Субханаху ва Тааля его прощает. Из-за этого у нас три причины есть в этом месяце, чтобы Аллах Субхану Тааля все наши грехи простил. Это поститься, это оживить ночи, именно оживить ночь предопределения. Сверх этого пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, да унизит того человека, который он достиг Рамадан месяц, и Аллах его не простил. Потому что этот месяц Аллах Субхану Тааля прощающий и щедрый, много прощает своих рабов. Многих рабов освобождает от огня ада. Если ты не делал те деяния, которые Аллах Субхану Тааля
простит тебя, да унизит тебя Аллах, как сказал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Из этого, о мусульмане, готовьтесь к Рамазану. Готовьтесь к Рамазан месяцу, чтобы Аллах Субхана ва Тааля простил нас. И делайте дуа, и просите помощь от Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы помог достойно, должным образом, что привели этот месяц. Пусть Аллах Субхана ва Тааля поможет нам всем и даст нам силу, чтобы мы могли провести Рамазан месяц в поклонении. Амин, амин, амин. الحمد لله رب العالمين.